Баку, берег Каспийского моря. Музыкальный фестиваль «Жара». 4 дня праздника. В рамках фестиваля свой юбилей отпраздновала Софья Михайловна Аратару. Состоялся творческий вечер Григория Лепса, выступила примадонна Алла Пугачева. Один из организаторов, Эмин Агаларов, держит свое слово. С каждым годом «Жара» становится все более мощной, яркой и обжигающей. Восемь тысяч зрителей каждый день, почти сотня незабываемых номеров, общее число приглашенных исполнителей перевалило за 70. Артисты приняли участие и в совместной благотворительной акции «Нарисуй добро». Информационный партнер «Жары 2017» компания «Картина ТВ» предложила участникам фестиваля нарисовать общую картину. Идею поддержали и зарубежные артисты. Всемирно известный тенор Алессандро Сафина оставил на холсте силуэт Луны. Потап и Настя, Кристина Арбакайте, Эмин, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Диана Арбенина, Олег Газманов, Дима Билан, Сергей Кожевников, Аня Лорак. Каждый из организаторов и участников фестиваля «Жара-2017» дополнил картину на свой вкус. Уникальный в единственном экземпляре холст компания «Картина ТВ» планирует продать с аукциона. Идею поддержал и Эмин Агаларов. Деньги, полученные от коллекционера, направят в фонд «Grosses Herz für Kleine». Фонд и компания «Картина ТВ» уже не первый год вместе помогают тяжело больным детям. Возможно, эта картина, нарисованная на фестивале в Баку, спасет кому-то жизнь. И акция «Нарисуй добро» станет традиционной в рамках фестиваля «Жара».